Вот мысли. Изначально было ничего не понятно, поэтому я включил почти все интерфейсы и начал проверять CDP-нейбл. Догадался уже, на каких интерфейсах кто висит, и начал постепенно поднимать, отключать, смотреть, что отваливается. В итоге так выяснил свою топологию, кто на чем висит, и расставил адреса. Разве она не была дана изначально? Там не написано, на каком интерфейсе что находится. Ну ладно. Это была проблема на самом деле. Так. Потом я понял, что маршрут до сотого уже есть, до главного роутера. Так. Поэтому начал копать под него. И за полчаса до конца я понял, что за него можно было зайти просто интернетом. До того, как я настраивал все это. Вот это интересный момент, да, то есть. Оказывается, можно зайти по телнету. Так, хорошо. Что там? Зашел у него телнетом, есть команда show startup config, либо show interface serial. Она мне показала, что на моем сериале, который должен быть 4.0.2, я считаю эту команду, на нем висел нужный адрес, на нем висела аутентификация по PHAP, и было написано, что у него username Cisco, username центр, пароль Cisco. То есть мой username роутер, поэтому я на своем роутере писал username Cisco. Короче, всякого Понятно. Так. Писал, понял, что у меня появился доступ к этому маршрутизатору. А, да, я не сказал еще. Там был доступен трафик только по телнету через Fast Ethernet интерфейс этого роутера. Соответственно, я хотел прокинуть через Serial. Ну и прописал статический маршрут через Serial до ФТПшника. Так, все правильно. Все, открыл FTP, там говорят, нужно через IPv6 идти. Я запустил IPv6 на своем компе, у меня внезапно появился пинг до этого компьютера, после чего я долго не мог понять, почему он открывается в браузере. Да, там отлично. Уже была невнимательна. Да. Отлично. А, я еще долго не мог понять, почему, когда я пытаюсь ввести на роутер что-нибудь типа IPv6, он не знает эту команду. Поэтому будет последний.